далеко стоит. Каспиан Клан Пикчерс даже не представляет, что они вам сегодня представляют. Джульетта, ты меня любишь? Роман, ты где? Сучка, ты что, меня не видишь? Роман, ты кажется в какой-то дыре. Нет, скажи, ты меня не видишь? Ладно, Роман, так шибить. Пёрни, я тебя найду. Роман, ну ты и пёрну. Ладно, сучка, заткнись. Мне сказали, что ты была в скаларде. Роман, я опять тебя не вижу. Нет, ты меня видишь, сучка, просто ответь мне на один вопрос, ты была в скаларде. Роман, ты хочешь меня? Блин, ну ты, сучка, твою мать, конечно, я тебя хочу, иначе я стоял бы 5 часов утра на твоем долбанном балконе. Роман, ты когда-нибудь отсюда упадешь? Сучка, не харкай, лучше дай мне табуретку. Черт, я сказал табуретку, а не ракетку. Ой, прости, Роман. Ну ты, сучка. Джульетта, смотри, как красиво падает звезда. Я вижу, Роман. Сучка, ты загадала желание? Да, Ромео. И что ты там загадала? Я хочу обкуриться в жопу. Джульетта, я воплощу твою мечту в реальность. У меня есть коробок плана. Ромео, держи табуретку. Ну ты сучка. Я знаю, Ромео, я лучшая сучка в этом районе. Ладно, замолчи, давай забьем косяк твою мать. Ромео, кого мы забьем? Косяк или же моя мать? Косяк твою мать. Что ты сказал, Ромео? Ничего, твоя мать. Ромео, кажется, кто-то направляется в нашу комнату. Джульетта, наверное, это твоя няня. Это старая сучка. Ну ладно, Ромео, прощай. Прощай, моя сучка. Джульетта, ты в комнате? Да, няня, я здесь. Опять этот сучоныш Ромео приходил? Нет, няня, это был другой сучоныш. Что ты сказала? Ничего, няня. Ладно, детка, ложись спать. Но не думай завтра идти без меня в скалать. Хорошо, старая сучка. Что ты сказала? Ничего, няня, спокойной ночи. Фильм был снят на основе реальных событий. Продолжение следует.